Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 123 на странице 56. Рабочей тетради по русскому языку для третьего класса автора Канакина. Прочитайте. Рикки Тикки Тави был мангуст. И хвост, и мех у него были, как у маленькой кошки. А голова и все повадки, как у ласочки. Глаза у него были розовые. А кончик его беспокойного носа тоже был розовый. Рикки мог почесать, где вздумается. Все равно, какой лапкой. Передней или задней ли. Его боевой клич, когда он мчался в высоких травах, был Рикки-Тикки-Чик Киплинг. Найдите в тексте, прочитайте описание мангуста. И хвост, и мех у него были, как у маленькой кошки. А голова и все повадки, как у ласочки. Глаза у него были розовые. А кончик его беспокойного носа был тоже розовый. Подчеркните имена прилагательных. Укажите род имен прилагательных в единственном числе. Маленькой. Кошка. Женский род. Розовые. Множественное число. Беспокойного носа. Нос. Мужской род. Кончик. Розовый. Мужской род. Чем? Лапкой, лапка, женский род, и задний тоже женский род, боевой клич, клич, мужской род, в высоких травах, множественное число. Вы пишете из текста словосочетание с именами прилагательными в родительном падеже «у маленькой кошки». У маленькой кошки. Родительный падеж беспокойного носа. Беспокойного носа. Родительный падеж. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.